Администрация муниципального образования Северский район продолжает проводить выездные приемные в поселениях. 27 мая с представителями местной власти смогли пообщаться жители Афипского городского поселения. Больше всего людей интересовали вопросы, связанные с ремонтом дорог, пенсионным обеспечением и газоснабжением хутора Коваленко. Также заместителям главы администрации и руководителям служб задали вопросы о выплатах на приобретение дров, изменении вида разрешенного использования земельного участка и ненадлежащем содержании сельскохозяйственных животных. Глава района Адам Джарим подвел итог работы. Все эти вопросы они поселению знакомы, заместителям моим знакомым по направлению, кому отписано. Пожалуйста, взять все на жесточайший контроль и полностью дать разъяснение и помочь людям. Вот, чтобы это был наш визит не просто для галочки, а вот мы приехали, помогли поселению, вникли в решение этих задач и результат. Очередной выездной прием состоится 3 июня в поселке Черноморском.